Левый приток Кубани, реку Белая по праву можно назвать рекой с кавказским характером. На одном только ее небольшом участке сразу несколько серьезных порогов, три из которых сразу пятой категории сложности по шестибалльной шкале. Покорить их на чемпионат страны по рафтингу приехали самые смелые спортсмены-водники, в их числе и рязанские экипажи. На первом этапе соревнований гребцы состязались в классе судов Р-4 в многоборье. Первое испытание – самое простое – квалификации. Здесь, на полукилометровом участке дистанции, команды должны были пройти простейшую связку ворот, установленных на течении. Затем показали зрителям и судьям действия в форс-мажорных обстоятельствах при перевороте судна. С этим заданием справились все экипажи. Наконец, второй этап – параллельный спринт. Это напряженная гонка на выбывание. Команды парами состязались в красной гребле на короткой дистанции. Здесь гребцы нередко сходятся в контактной борьбе, которая с виду напоминает настоящую схватку. Именно такой неприятной дуэли, кстати, не удалось избежать команде «Спорттур» из Рязани. В полуфинальном заезде рязанцы в прямом смысле боролись с одной из сильнейших команд из Томска. Но именно этот заезд принес рязанской команде второе почетное место в дисциплине параллельный спринт. Второй день соревнований стал для рафтеров, пожалуй, самым сложным, поскольку они соревновались с лалами. Трасса из так называемых у профессионалов прямых и обратных ворот проходила через порог Киша. Без оверкили, иными словами, опрокидывание судов не обошлось, но при этом никто из спортсменов не пострадал. Испытали на чемпионате и выносливость спортсменов. Экипажи на время проходили 10-километровый участок реки с порогами. Итоги этой гонки и определили фаворитов соревнований. Команды из Горно-Алтайска с первым результатом и экипаж из Красноярска со вторым теперь будут представлять страну на чемпионате мира в Аргентине. Что касается рязанцев, то мужчины в общем зачете заняли пятое место, женщины – четвертое. Марина Фадеева, Станислав Пантелеев, новости Адыгея.